В общем, решил записать в резку такое видео. Ну, у меня просто что-то вот идея такая. В общем, привет всем девушкам. Ну, парням тоже, конечно. В общем, но пост посвящен все-таки девушкам. То есть девушки — это наши сокровища. Я, идея какая такая, на самом деле очень важная. То есть девушки — это на самом деле очень важная составляющая жизни мужчины. В самом-то деле. Потому что что может сделать девушка? Она может мотивировать мужчину. То есть давать ему энергию в кругу семьи, в кругу там, не знаю, ну, по-разному. То есть это так, общее, так сказать, это общая такая идея. Давать энергию для его активности, для жизни. А может быть наоборот. Девушка может... Я не опираюсь на свой опыт. Я вот там личный там только. Я опираюсь на опыты там других людей, скажем так, с которыми я общался. Там, и когда какие-то токсичные отношения, то есть даже ты вроде бы, ну это так, вроде бы ты как бы не встречаешься с этим человеком, допустим, из-за ребенка ты должен с этим человеком встречаться постоянно. И потом что-то смотришь, а с человеком что-то происходит. То есть поведение меняется, становится какой-то невнятный. Ну это так. То есть основная это моя идея, что девушкам, если вы хотите видеть своего мужчину успешным, энергичным, активным, ну вы как-то... Я вот советов не могу давать, потому что там какие-то есть методы, наверное, какие-то принципы. То есть, наверное, все это индивидуально, но... как сказать, обращайте на это внимание. Ну и мужчинам тоже. То есть твердый мужчина, он потому и твердый, что и крепкий психологически, что он может противостоять вот таким, так сказать, длительным атакам на психику, которые могут продолжаться годами в самом-то деле. То есть если человек не проявляет какой-то, не проявляет мудрости какой-то мужской, то его психика может измениться даже независимо от того, хочет он это или нет. Так, всем привет, в общем, к девушкам реально с любовью, вот реально.